Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем здравствуйте. А я, как и обещала вам, все, что я делаю, я показываю. Ну, мы так с вами договорились. Это молочко. У меня, как всегда, козье молоко. И что я сейчас делаю? Сейчас я его уберу и покажу, что я сейчас делаю. Сейчас, секундочку. Мне же нужно следить, чтобы не убежала. А все в прямом эфире. Я варю какао. Варю в том же, в чем и в турочке. В такой же, как и кофе варю. Я кофе бывает варю, бывает просто заливаю, когда как настроение. Но последнее время что-то настроение постоянно варить. И вот сейчас какао. Какао очень любит мой сын. Конечно, я предпочитаю молоко козье не кипятить. Я его употребляю сырым. И также мой сын и все через ситечко процедили или через марлечку и пьем. Ну, а вот какао сырым просто не бывает. И поэтому что? Приходится его варить. И вот это когда пеночка появляется, когда вот это вот все вкусное, хорошее. Причем, смотрите, я его варю, девчонки, без сахара. Люди варят сахаром. Нет, потому что я пью сама без сахара. Вот. А мой сын, он любит сладкий. И я жду, пока какао немножко остынет. Ну, до градусов 50. И потом кладу ему мед. И вот такой какао он пьет. Так. Сейчас мне нельзя никуда. Шаг влево, шаг вправо, убежит и все. Так, ну а пока я скажу, полезен ли какао или нет. Да, меня спросят, какой какао я пью. Ну, это как обычно. Вот какао. Вот такой какао я пью. Девчонки, самый обыкновенный. Наш. Ну, конечно ж, какао-бобы не у нас растут, но у нас видно... расфасовывают или что. Так, я пока здесь перемешиваю. Я скажу свои такие ощущения, что нет ничего лучше, когда холодно, чем чашка горячего какао. Особенно в холодное утро. Ну вот представьте. Ой, прелесть. Это не только вкусно, но и полезно, если кто не знал. Так, и вот уже вот эта пеночка. Я деревянной ложкой помешиваю. Мне так удобнее, она не нагревается. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, все. Все, и вот эта вот пенка, она такая вкусная. Способна побороть уныние, плохое настроение и все на свете. И немножечко я всегда жду, пока настоится. Ну, а теперь момент истины. Как говорит Юлечка. Оп! 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 Сейчас я налью сюда сначала. Он горячий такой. Вот он. И теперь сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, пальчик. Так, сейчас. Горячий. А запах какой? Но это еще не все. Это еще не все. Так, это мальчишка моим. Смотрите, что я еще делаю. Я обязательно добавляю немножко корицы. Смотрите. Вот так вот. Вот так. И полезно, и красиво, и хорошо. Дальше в свой... какао. Что еще мы добавим? А мы добавим имбирь. Сухой. Только сюда нужен. Вот. Ну, а теперь вообще совсем хорошо. Посмотрите. Хорошо палочку корицы положить. Но что-то мои мальчишки не любят. Они любят, когда вот так. Сейчас все это пропитает. И будет такой запах потрясающий. Ну и, конечно же, себе. Ну а как же?
себе, себя, любимую, их любимую. Так, доченьку царя царей, правда, мне уже не досталась такая пенка, как досталась им. Но ничего. Ну, а теперь конкретно, пока я буду пить какао, я буду рассказывать, почему я часто готовлю какао и чем он все-таки нужен, просто необходим нам. Сегодня у нас новый термин – теобромин. Вот такой термин у нас сегодня. Теобромин. Что такое теобромин? Можете говорить теобромин, как хотите. Но именно из-за вот этого теобромина или теобромина, как хотите, можете на русский лад, можете на латинский лад. Вот благодаря вот этому веществу какао-порошок активизирует работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, но в то же время не оказывая никакого влияния на нервную систему. Я сделаю глоточек с вашего разрешения. И помогает, конечно же, бороться с депрессией, или если у вас какие-то волнения, или нервные срывы. Теплый какао вас всегда успокоит. Кстати, кому противопоказан кофе, какао – прекрасный заменитель. А еще знаете что? В его составе содержится большое количество белка и жирных кислот, которые помогают регулировать уровень холестерина в крови. Поэтому это и профилактика, еще, чтобы вы знали, гипертонии. Полезные вещества там очень много. Там много цинка, железа и богат клетчаткой и различными витаминами. И еще не забывайте, что какао отлично солнцезащитное средство. Еще глоток. Потому что в его состав входит натуральный меланин. И вот по этой причине этот напиток, он помогает нейтрализовать влияние ультрафиолета на наш организм. То есть занимается профилактикой рака. Поэтому сегодня у меня перед вашими глазами была терапия профилактики рака. Это то, с чем я борюсь из года в год. Я имею в виду мой... Канал имеет одно из направлений победить рак. Не дать вам вообще думать, что такое заболевание есть. Потому что, что такое раковые клетки? Они есть у всех. И их функция чрезвычайно важна для нашего организма. Иначе какие-то страшные болезни просто нас бы давным-давно забомбили. Но! Важно контролировать, конечно же, их количество. Количество. Ведь кто называется больной? У кого количество преобладает нормальную норму? Нормальную норму. Да, именно нормальную норму. Именно норму. И это, именно это вызывает их скопление, потом опухоли, потом метастазы и так далее. В общем, это уже не интересно, это уже осложнение. Но чтобы вы знали, чтобы просто такой, правильно сказал Неумывакин, такой болезни не существует. Но как же эту норму держать? Так вот как употреблять те продукты питания, о которых я талдычу. Вы знаете, что я решила? Я решила, вот у меня такая заставочка есть, ядовитые продукты. Уже второй раз я поставила эту заставку. Я теперь... решила сделать вот такие видео, и где вы будете видеть на ярко-алом фоне ядовитые продукты, обязательно нажимайте, потому что прежде всего эти продукты вызывают рак. А я, с вашего позволения, вон видите, уже сколько осталось, сделаю еще глоток. Какао надо пить потихонечку. Смаковать. Я его пью не сладким. Именно не сладкий какао полезен. Вкус какао такой солоноватый, немножечко даже с горчинкой.
Что это? Это вот как раз белки, жирные кислоты, цинк, железо. Вот дает вот такой привкус. И если вы планируете в отпуск в какие-то жаркие страны, то не забудьте захватить с собой какао-порошок. Даже холодный какао со льдом какао – это уникальный напиток. Не забывайте, что хорошо делать какао-крема. Также я ночные крема с какао делаю, а маски с какао бесподобны тоже обязательно. Но я их делаю в основном в летнее время. Почему в летнее? Потому что в его составе натуральный меланин. Он нейтрализует ультрафиолет, именно нейтрализует. Поэтому именно в летнее время для меня актуален какао. Я имею в виду масочки из какао. Ну и возвращаемся к нашему вопросу по борьбе с раком. Он же сильный антиоксидант. Там просто большое количество флавоноидов. Про флавоноиды я рассказывала много раз. И вот именно флавоноиды, они борются со свободными радикалами. Чем полезен какао для тех, кто на диете? А тем, что этот напиток, он помогает бороться с лишним весом. Он ускоряет метаболизм нашего организма. Но если вы этот напиток делаете на воде, первое. А второе, без сахара. Вы думаете, что нельзя? Можно и даже нужно. Поэтому, дорогие мои, не отказывайте себе в наслаждении выпить стакан горячего какао, который не только поднимет настроение, но и поможет проснуться, пополнит ваши запасы витаминами, минералами, уничтожит все свободные радикалы и не позволит преобладать раковым клеткам количеству над нормой. Приятного аппетита, будьте здоровы, и пусть Господь Бог благословляет вас. Пока-пока, я люблю вас.